Всем привет! Немного пустышек за октябрь месяц. Девочки, хочу начать вот с такого жидкого мыла для ребенка от фирмы Johnson's. Как я уже многим писала, совершенно недовольна им. Запах приятный, но он настолько жидкий, настолько, как говорят у нас, стам. 750 мл. Я его не совсем использовала даже по назначению. Я также использую для того, чтобы смывать косметику, да, как второй этап. Смывать там или мицеллярку, или крем для смывания косметики. Но я хочу сказать, что что-то от Johnson's я совершенно недовольна. И больше покупать ее не буду. Вот у меня даже лак сегодня под цвет бутылки. И буду, скорее всего, покупать наши местные фирмы. Витаминки от 21st Century, купленные на сайте iHerb, омега-3, таких стекляшечках, 90 штук. Моим детям понравились такие гелеобразные, мы их называем стекляшечками. Дальше закончился у моей мамы вот такой вот крем от Spa Pharma Deci Minerals. Это для упругости кожи, сейчас у нас где-то, да, уплотняющий гранатовый крем, обогащен минералами Мертвого моря для всех типов кожи. Здесь сколько у нас было? По-моему, 50 грамм. Вот такая вот идет баночка миллилитров. Такая баночка стеклянная. Да, 50. Заглушечкой. Такая вот красота. Тяжеленькая, вам хочу сказать так. Внушающая. Но это уже не первая баночка, которую мы используем. Нам понравилось. Закончился у меня крем под глаза от Estee Lauder. Хороший был такой, но так как здесь заявлено, что он типа охлаждает, снимает синяки, ничего вот этого я здесь не увидела особого. Просто хороший, приятный такой кремик, 15 мл, хватило на достаточно много. И два отливантика от Леры Forever Addict, один крем для ног от местной фирмы Dr. Or, и второй крем для рук «Сиренька», цветы императрицы. Если у меня сохранились на фотке, вставлю вам, как выглядят оригиналы. Очень люблю отливантики. И раз мы говорим о креме, закончился у меня вот такой вот, такая вот милашка бархатной ручки, райское масло «Бабасу». Я его даже разрезала, туда все выковырила. 30 мл. Я хочу сказать, несмотря на то, что он такой маленький, он совсем не быстро закончился. Он достаточно плотный. Я бы его даже больше использовала зимой, чем летом. Закончилось у нас две коробочки черники. Начали мы это с тех пор, как сели за компьютеры, да, учиться на удаленке. И работать, и учиться, и работать, заставляя своих принимать каждый день по одной. Вот, она закончилась, уже две коробочки. Сейчас у нас в использовании третья, но уже другой фирмы. Я вам уже покажу это, как говорится, в следующих пустышках. Такая вот масочка. Подарочек от Мариши А. A New Essential. Тканевая маска для лица. Максимальная молодость. Классная вещичка. Приятная масочка. Мне очень понравилась. Лекала, знаете, не такой большой, как здесь указано, что он прям очень сильно заходит на шею. Нет, эта маска не заходит сильно на шею. Очень классная, приятная. Супер, мне очень понравилась. Еще одна масочка от Avon. Sugar Maple. Девочки, гелеобразная маска. Гидрогелевая маска для лица. Гуру Сиани. Девочки, как мы насмеялись с этой маски. Мы получили не только, знаете, как кайф от самой маски, но еще кучу-кучу позитива. Обалденно. Будем еще, как говорится, у меня есть еще одна такая масочка. И еще вот такая масочка. 100 рецептов красоты. Суперфуд, клубничка. Ластик несовершенств. Девочки, как она вкусно пахнет. Это просто обалденный запах. Но это она предоставляет... Тут написано, что это очищающая маска. Да, о глубоком очищении. Особое очищение я не заметила. Может быть, если делать несколько масок вот таких, знаете, раз за разом, может и что-то будет. Но, в принципе, мне очень понравилось, как увлажняет, питает, все нормально. И вот эти вот три масочки идут в мою копилочку проекта. Да, пока у нас тепло, вместо ночного крема использую маски для лица. Закончилось у меня два ароматика. Первый вот такой вот Amber Elixir.
кристалл от Oriflame, он прямо такого синенького цвета. Мне понравился, очень приятный, такой сладенький, вкусненький такой запах. И еще закончился вот такой вот ароматик. Я как-то его давно пробовала, потом я его отдала моей маме, и мама его уже добила. Не помню, какой он был, если честно. Мне интересно, если это бутылек. Если вот в таких бутыльках... О! Кстати, какая красота. Здесь снимается крышка, то есть вот этот бутылек я не выброшу. И сколько здесь помещается? 2 миллилитра. 2 миллилитра, то есть можно спокойно ее, конечно, помыть. И сделать кому-то уже здесь отливантик. 2 миллилитра, я считаю, достаточно для того, чтобы распробовать аромат. Ну и также закончилась у меня пудра от Luxe Visage. Подарочек от Тори Петровой. Пудра, фиксатор бесцветная. Я не помню, или у нее был номер. Полностью использовала, девочки. Единственное, что вот в конце, вот в этот бортик, как бы, да, засыпается немножко пудра. Ну, так я вот так вот высыпала. А так пудра была хорошая, у меня ушла она на ура. Карандашик черный для глаз от фирмы Pupa в номере 09. Девочки, закончился уже давновато, и я все время забываю его показать. Вот тут вот маленький кусочек остался, его никак оттуда не выдрать. То есть... Не все время забывала его вам показать. Вот теперь я его показываю и выбрасываю. Дальше, наконец-то, закончилась у меня моя помадка Самовар. Очень красивый цвет появился. Те, кто знает, у меня уже есть новая помадка Самовар. Но в следующий раз буду заливать стики. Не люблю я пользоваться с вымазыванием. И закончилась у меня помадка Фейп от Лора Мерсьер. Девочки, вот это именно экстрим мат липстик. Вот реально, так как они написали, экстремально матовая помада. Это капец. Ее не набрать, ее не выковырить. Тот, кто смотрел, как я перевариваю новую помаду, остатки от нее перешли вот это переваривание. Это просто ужас. Это реальный, реальный ужас того, что это было. Я не знаю, может быть, кто-то такое и любит, но это реально на любителя. Давайте мы ее вот сюда обратно засунем, вот так, чтобы она не потерялась. Вот так вот будем сохранять для пустышек года. Это реально на любителя. Дальше у меня закончилась вот такая вот помадка от Beauty Care в номере 34. Написано, что это очень долго играющая помада, карандаш. Вот как вы видите, я выковыряла до самого конца. Это Кошкин. Из-за того, что она была очень светлая, то она уже перемазалась другими цветами немножко, то я ее добавляла, как бы, да, когда делала помадки Самовар, я ее туда добавляла. Но, в принципе, я рада, что мне не пришлось ее выбросить, и на то, что я нашла ей применение. Девочки, ну и гвоздь наших пустых баночек на этот месяц. Смотрите, сколько пробничек от Oriflame. Первый в номере 945, в номере 707, 706, 703, 701, практически вся линейка, 762, 705 и 337. Девочки, за этот месяц, так как мы сидели дома на удаленке, удар был на вот эти помадки, пробнички. Я очень не хотела, чтобы они испортились, поэтому моя была цель пользоваться только ими и добить по максимуму. Ну а на этом, как говорится, мои пустышки октября заканчиваются. Всем до новых встреч. Пока-пока.